Всем привет, это GBSU, и сегодняшнего дня мы начнем игру Alien Isolation. Пока посмотрим видео какое-то. Havok, Autodesk, так, нажмите любую клавишу, получите доступ к сообществу по время игры. Понятно, так, о, смотрите, кораблик, давайте посмотрим. Очень интересно покажет. Не, не покажет. Ну да ладно. Ну я нажал, блин. Ну ладно. Ой. Что это такое? Ага. Настройки. Я в эту игру никогда не играл. Вот купил себе лицензионный диск. Для этого даже пришлось зарегистрироваться в Steam. Так, настроечки. Что у нас тут есть? Игра. Схема управления, команда управления, чувствительность мыши, чувствительность камеры. О, сикс. Так, я ничего не буду менять. Схема управления. А, понятно. Так, чувствительность мыши, команда управления. Понятно. Далее. Что еще? Графика, звук. Звук бы надо, наверное... На себе. Вот ты, блядь. Давай чуть пониже. А ты двигаться. О, ты какая заебись. Это слишком. О. Субтитры. Да давайте включим. Так, динамический диапазон. Все. Хорош. А сокращать не надо? Ой, что там было у нас? Динамик полный, да. Все, excellent. Оу. Что это было, блядь? Так, хорошо. Дополнительно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Авторы. Давайте посмотрим. Хулевый Глесерса. Это что это за дискета? Ой, умер человек. Бля, что так рано-то? 78 по 2004, ни хрена себе. Саймон Франко. Элистер Хоужен, Курт, Клайв Греттон, Джад Бонд, Гэри Ренапер, Клайв Линтоп, Лейн Уайт, Марк Рэдклифф, Пол Эбботт, Эндрю Окли, Ховард Рейнер, Бен Хатчинс, Джон Маккеллан, Ранов Басби, Крис Соутел, Майкл Бейли, Энди Бэй, Брейтес, Крис Гаскоин, Кэрли Фарага, Марк Ангус, Олли Смит, Ким Кларк, Пол Курландер. Ну ладно, да ну нафиг, я дальше читать не буду. Вот, мне всегда, знаете, что нравится, когда смотришь, иногда бывает, о, смотри, Томаш Стаховьяк, поляк, наверное. Иногда, бац, да проплывает наша фамилия. И в Америке тоже бывает. Русские, которые... Вы знаете, наверное, что Россия сейчас лидирует по количеству чемпионов среди программистов. Так что это неудивительно. Ну что, анимейшн. Ну что, будут наши, нет? Как вы думаете? Да, кстати, на первом месте Россия, на втором месте Китай. Американцы вообще-то где-то далеко-далеко, большой-большой копия. Балок. Так, ну что же. Все, что ли? А нет, мюзика. The Passage. Nothing to say. Alien. End title. Alien main title. You're my lucky star. Кристин Хэнсон, Джо Хэнсон, Алексис Смит. Что интересно, у них Алексис Смит и мужское и женское имя. Это вообще странно. В Англии, вообще вот в этих странах англосаксонских, у них часто такое бывает. Так, ну что же. Наших фамилий не видно. Ну ладно. Что же. Всех досмотрим.
отдадим дань, честь персонажам. Ой, персонажам. Людям, которые создавали эту игру. Гангуен. Видите, китаец какой-то. Че, еще не все, что ли? Да. Всегда. Всегда компьютер, вот почему-то я заметил, что всегда вот смотришь американские тиды, что в фильмах, что в играх, блядь, там народу хреново туча. Наши посмотришь по прямо буквально с десяток, ну 20 человек. Все. У них посмотрите, сколько народу. Что фильмы, что игры. Аманда Рипли. Кезия Бурос. Аманда Рипли. Голос Андреа Дек. Аксель. Джордж Антон. Это актер. Рикардо. Сервис Лоуэ. Рикардо. Ричи Кэмога. Лингард. Лешель Кар. Рансоми какой-то. Марло Фостер. Уэйтс. Сэмюэлс. Тейлор. Верлейн. Настрому Кэст. Ламберт, Паркер, Барретт, Эш, Эш и Сигурни Уивер. О, охренеть, вроде сама Сигурни Уивер. И всякие дополнительные актеры звучания. NPC, Missing Persons. А всякие персонажи из миссии, что ли? Ебови, во фамилия Ебови. Тоже поляки какие-то есть. Китайцы. Сега. Так, ну что же, Ашобонт, просто бонт, Ашобонт, викария. Да сколько ж там у вас народа-то, да? Так, кстати, ну пока титры идут, можно посмотреть, вот здесь книжечка внутри есть. Управление, управление, ну понятно, передвижение. WASD. Бег — это у нас shift, пригнуться — это C. Ну, наша буква S. Прицеливаться или фокусировать взгляд — правая кнопка мыши. Выстрел, бросок, удар — это все левая кнопка мыши. Использовать буквы E. Закрыть меню или меню — это Q. Зарядить или активировать — это буква R. Что там, наших фамилий так и нету? Какие-то испанцы пошли. У них у меня фамилия Волк. Нюрволк? Нюрволк. Вообще, может быть, Нюрволк. Так. Оружие с 1 по 5, это, соответственно, цифры от 1 до 5. Так, следующее. Ну, короче, оружие менять можно колесиком. Так, прибор снижения — пробил. Ну, как. Обычно это прыжок, а здесь это пробел. Фонарь — КТФ, и карта — это ТАП. Ну чё? Хрена тут народище, конечно. Так, что тут еще в книжечке? Тут еще управление на джойстике. У меня есть джойстик, но у меня столько кнопок нет. У меня только вот на передней панели, у меня на задней панели джойстика кнопок нет, поэтому, я думаю, не пойдет управление. Так, экран. Ага. Здесь есть информация о цели, выбранный предмет, индикатор здоровья, индикатор аккумулятора, фонарики. Индикатор прибора слежения, направление на текущую цель, количество боеприпасов. Так, сюжетный режим. О-о-о. Через 15 лет после исчезновения коммерческого буксира Настрома, бортовой самописец корабля неожиданно найден в далеком космосе. Владелец корабля, корпорация Вейланд Ютани, немедленно отправляет за ним на станцию Севастополь. Да, ну нахрен. Группу представителей, в числе которых Аманда Рипли, дочь Эллен Рипли, лейтенанта Настрома. Прибыв на Севастополь, группа обнаруживает, что на станции объявлен карантин, и ее персонал уничтожает невидимый враг. А, ее команду уничтожает невидимый враг. Чудовище, с которым никто не может справиться. Ага, все-таки наши тут есть. Севастополь, станция. Отбившись от группы, Аманда оказывается на станции в окружении отчаявшихся обитателей Севастополя.
неумолимого искусственного интеллекта и идеального хищника. Где-то здесь она может узнать правду о судьбе матери. Но сначала Аманда должна просто выжить. Вы представьте, уже сколько времени прошло. Вроде еще... Так, тут еще есть еще режим выживший. В режиме выживший игрок сражается один на один с чужим в глубинах станции Севастополь. Игрок должен использовать все доступные инструменты, чтобы выполнить ряд задач, в конце концов бежать со станции. Результат публикуется в списке лидеров и зависит от того, насколько эффективно игрок использовал окружающие условия и уклоняется от встречи с преследователем. Так. Что-то еще есть. Техническая поддержка. Для получения технической и консультативной поддержки отправьте свой запрос через форум на наш сайте www.softclub.super. Так, внимание, техническая поддержка не дает консультации по прохождению мира, а также по установке брендмазеров, открытию портов и общей настройки интернет-соединения. Гарантия, это не, ладно, не интересно. Так, опять гарантия от Sega есть. Ничего такого. Короче, управление здесь. О, гитара, прикинь. Это что, музыка? Гитара, перкуссион. Я хуею, артисты. Так, я так понимаю, в этой игре убить мы его не можем. Мы только можем прятаться, бегать, что угодно. Только, ну, можем, наверное, отпор-то дать в рукопашке, я не знаю. Но я так понимаю, так... О, прикиньте, тут еще в книжечке напишут, чтобы избежать чрезвычайного напряжения зрения, используйте данный продукт в хорошо освещенном помещении, находясь на достаточном расстоянии от экрана, телевизора или монитора. После каждого часа игры давайте перерывы по 10-20 минут. Не играйте, если вы устали или не выспались. Вот так вот, понимаете? О, неужели закончилось? Чрезмерная продолжительность игры или нахождение слишком близко к экрану могут привести к снижению остроты зрения. В редких случаях яркий свет или мигание на экране могут привести к мышечным судорогам или потере сознания. О, как? Так что будьте осторожны. Так, магазин Steam. А что тут можно покупать? Давай не будем. Так, иди нахер. Чё-то добыли, наверное, скриншоты. Скриншоты F12. Врёте вы всё, у меня F12 от включения-выключения бандикама. Сукины дети. Так, текущий сеанс, 13, ну это, короче, Steam, я понял. Так, как мне теперь выйти из этой херни? Так, ну что же, давайте поиграем чуть-чуть. Нет, давайте все-таки Alien Isolation. Так, кстати... А здесь есть... чего? Да, подожди. Подожди. Я хочу узнать кое-что. Блять. Так, дополнительные настройки. Игра. А то здесь быстрое сохранение есть? Схема управления. Так, прицел, выглянуть, карта, архив, помещение, схема, оружие, пригнуться, выстрел, прибор слежения. Ну, это, конечно, понятно. Но у меня не такой пульт. Так. Короче, быстрого сохранения хер его знает как. Ой-ой-ой. Ну ладно. Давайте хотя бы так просто начнем. Давай начнем. Давай пока на... О, двигайте ползунок до тех пор, пока вас не будет едва виден на черном экране. Едва...
Ну, видно. А что дальше? Ну, я продвинул. Так. И что? Ой. Оружие все равно, что инструмент для личной дневники и аудиозаписи. Хороший источник информации о жизни обитателей станции. И чего? Может, мы начнем? Ой, блядь. Ча! Блядь, походу я это сам заставку пропустил. Ну ладно. Алешеньки? Что за хуйня? Эй! Оу. Sega Presence. Ну что ж там нам Sega Presence? 20th Century Fox. 20 век Fox. Последнее сообщение с коммерческого борта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Ага. Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Паркер. Брэд. Эш. И капитан Даллас погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Интересно, она живая вообще или нет? Это же просто запись. Мы же походу за дочку ее играем. Чего там? Мопсель, мопсель. Так, ага. Рипли? Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Молодец. Что дальше? Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты, созвездие Серы. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может... Вам станет легче на душе. Ну и чё? Ну, скорее всего, она согласится. Я правда не понял, что за созвездие сетка? Кто не знает такое созвездие? Так, картинка пошла. О, это что, глаз был? А, не, ух ты, ёпсель. О, походу мы уже на корабле. Так, а мы что, уже встаем? Вставай, вставай, подруга. Ё-мо. Ноги. Please sign. Используйте перемещение, чтобы идти. Угу, короче, мы уже в деле. Куда идти? Давай войдем. Эй, Рипли, сейчас погодь. Короче, Эллен Рипли
одеться. Это, конечно, заебись. Это, конечно... Вообще, я понимаю, что надо одеться. А где одежда? Ой, маятник. Так, на шифте бегать, да? Че? А, я на... Че? Подожди, смотри. О, смотри. Это фокусировка зрения. Я вот на Ctrl жму. Смотри. Не получается. А здесь? Подожди. Почему сейчас не получается? Ну ладно. Так, а на шифте бегает, да? Блять, бег-то упоротый, смотри. Хорош. Че, бег такой? О, сумаист какой-то. Бля, о. Смотри-ка. А че, ну погоди, что ли? Ой, нога какая-то. А на шифте? Да ни хрена. Люди, дайте женщине одеться. Хотя бы тапочки, а? Блять, ну ладно. Пойдем. А мы где сейчас? На каком корабле? Да? Персонал сторож. Здрасте. Ну чё, что я голый? Блять. Я не знаю таких сигарет. Так, дайте бабе одеться, блядь. Давай войдем, посмотрим. LM Link. Личный. Только что разминулись с тобой. Верно, тебе ведь нужен был штурман? У меня тот друг остался без корабля. Он ищет работу. Открыто достижение. Хроника катастроф. Вот ты заебись как. Так, у меня тут друг остался без корабля, и он и считал, вот это вот, можно. Все как обычно, корпорации его выдавили. Отобрали всех клиентов, мелким компаниям все труднее сражаться с кем? Контрактами? Я сам подумал о том, чтобы выйти из бизнеса, пока еще есть что продавать. У тебя дела вроде в порядке. Я заходил в доки, мне сказали... Вы только отчалили. Станция Севастополь, ну и дыра. Сам-то дыра, блядь. Зато, говорят, в Вейланд-Юта нехорошо платят. Ну ладно, удачи, как говорится, бороться бесполезно. Поболтаем, когда вернешься. Блин, что, опять на Е нажать? А что нажать-то, блядь, чтобы выйти? Escape, может? А хуй там. Блядь. Ку, блядь, да? Ёбаный. А нихуя, да? А, точно, ку. Так, смотри, какая... Это какая игрушенция. В терминалах можно сохранить игру, если рядом враг. Терминал у вас. О, погодь. Где терминал? Подожди, какой терминал? Я не понял. То есть на Q нажимаем. То есть все, мы здесь сохраняемся. Охуенно. Подожди, я еще раз. Я все-таки первый раз играю. И как тут сохраниться? Что тут листать? Тут можно листать. Ладно, все, я понял. Выходим. Эй, человеки, на какой я, блядь? Ёбаный вот. Лифт? Или туалет? Не, погоди. Если это лифт, то я пока не хочу. Давайте одеться, да ладно. И во что я сейчас оденусь? А почему нам не показали, как одеваться? Цель достигнута, одеться. Я понимаю, что мы все достигли, конечно. Что здесь? Чего-чего там было написано? Клей. Давай возьмем. Все возьмем, и хлам тоже возьмем. Так. Давай еще раз сохранимся.
Если это, конечно, сохраняется. Все, короче, нахуй. Выше. Че, пойдем обратно, нет? Там ведь что-то... Ой, блядь. Напугал меня скафандр. Почему на станции все в Астополь, все по-английски? Ёбаный в рот. Сука. В ящиках в этих ничего нет. Как ты думаешь, если сюда войду? Почему я так... Блядь! Вот это я, конечно... Это вот таким образом он предупреждает, что там... Дайте мне скафандр, нет? Подожди, это вот таким образом? Почему у меня здесь глючит? Почему у меня здесь глючило сейчас? Чё за хуйня? Чё открылось? Ты ха... Блин, чё так подлагивает-то? Алло? Ой, блядь, мужик, это ты? Я думал, чё, кто там? Это у меня реально так подлагивает или это в игре так? Чувак! Чувак, здорово! Мне кажется, нам пиздец. А, Рид? Встали пораньше, Сэмюэльс? Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейл очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Еще не видела. Схожу. Да? А достижения какого-нибудь не дадут? Так, тут можно у тебя что-нибудь? Да, я тоже потыкаю. Карнак какой-то. Карнак, что знакомое слово. Это... А, это же, по-моему, город был в Древней Греции. Мне тут неинтересно. Его бы наиграл. Подожди, ТАП, да? Как ее карта? Ну ты, алло. Воу. Я надеюсь. Воу. Карта, блядь. Зачем так глючить, а? О-о. Все, я понял. Конечно, лагает ужас как. Так, вот сюда, мне кажется, я зря иду. Вот тут что-то есть. А, хер тут есть. Мне кажется, нам сюда совсем не... А хотя тут что-то... Погоди-ка. Ой, блядь. Ты чё? Сука. Нахуй так... Пугать. Блядь, нахуй так лагать. Хорош, хорош, я сказал, блядь. Сука, блядь. Тихо. Куда идти-то? Ну давай сюда зайдем. Да, блядь. Ой, привет. Я тебя нашел. Случайно. Доброе пришел. Утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад. И вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Поговорить? Стелла, заебись. Может, картишки махнем, а? Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Ай, блядь, начинается пиздец. Тихо. Зайти на мостик. Погоди, ты свой мостик. Тут какая-то херня есть. Можно сохраниться. Так, лично. Кому? Тейлор, инцидент с Настрома, Вилтон, файл номер какой-то там. Тейлор, я свой запрос, чтобы раскопать нужный файл, потребуется время. Это произошло еще до того, как я устроился в компанию, так что всех подробностей я не знаю.
1122 году грузовое судно на Настроме, принадлежащее корпорации Вейнг Юн, пропало без вести. Груз и экипаж впоследствии так и не были найдены. За исключением нового научного сотрудника, все члены команды уже давно работали вместе. Всего на борту их было 7. Ой-ой-ой. А подожди, ты открой нахуй. Открой, блядь. Ага. Листать. Пагетаун, блядь. Общее. Короче, нахуй. Пошли отсюда. Так, какой там мостик надо зайти? Эй. Блядь, хорош лагать, ёбаный его. Хорош лагать. Надо что-то с этим делать. Это сюда, что ли? Мне сюда надо? Слышь ты, алло. Ай, блядь. Сука, как все что? Оу. О, это что, мостик? Да ладно. Да ладно тебе лагать-то. Сука, это Steam ебучий. Так. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Ты еще кто? Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Ну покажи, да, этого хорошо. Русского дядьку. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Блять, какой нахуй текст, где его забирать? Чего там? Ага. Я думаю, чего забрать, блять, как? О. Мы поедем и общемся, ни хрена себе станция Севастополь. Можно взглянуть? Нет. Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Да? Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из 3 человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописным корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Сказал. Короче, там все весело, да? Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Вы, сука, долбоебы. Вам же сказали, никак не надо туда ехать. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Ну, конечно, наши герои. Знаю, что туда идти не надо. Все, вернуться туда. Господи! Тейлор, делайте, как я. Сэмюэлс, вы тоже. Конечно. Похоже, это Тейлор единственный адекватный человек здесь. И чего, и как туда? Хрена тут здание-то какое? А как вы собрались туда прыгать, что ли? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. Ой, ёб! Сэмюэлс, что получилось? Не тормози! Тейлор, Трипли, держитесь! Идиоты. Да? Че, типа она одна осталась? И как туда запрыгнешь? Это ж, блядь, невесомость.
Ага, ну ладно. Там на каком языке было написано? Ой, ой, плохо, все плохо. Ёперный балет. Против андроидов используются одновременно различные устройства. Каких нахрен андроид? О. Создавать устройство, чтобы наносить урон врагам или отвлекать их. Тут еще что-то создавать надо. Ну заебись. Так. Да давай ты, блядь. Быстрее. Так. Какая же долгая загрузка в этой игре, однако. Да. Хуёво. Ну, кругляшочек, давай быстрее, а? Заебала эта игра. Где наш дружок-хищник? Ой, хищник, блядь. Чужой. Чужой. Кстати, что интересно, я не знаю, знаете, не знаете, в английском языке alien переводится и как чужой, и как инопланетянин. То есть чужой не в смысле инопланетянин, а вообще чужой человек, чужой там, я не знаю, пенал, чужой ластик. Все тоже alien. То есть двойного смысла слова. Да ладно. Чему там грузится-то, алло? Какие-то, блядь, достижения в стиме. Я потом посмотрю. Я, честно, в первой жизни зарегистрировался в стиме. И не знаю, что там за достижения. Все, них очки какие-то, наверное, дают. Я потом зайду на сайт, посмотрю. Да ладно, что так долго-то, а? Кстати, игра охуенная, она весит. Сколько, блядь? Не помню, гигов. Ну, двадцатку точно. Ну, много-много весит она. Пока он тут грузился, я отошел. Так. Блять. Иди ты нахуй. Я не хочу туда идти. Цель. Найти помощь. Е. А типа снять скафандр? Точно. Снимем. Все, мы сняли скафандр. Я вижу только одну дверь. А обратно я взять не могу, не? Ну ладно. Хули. Воу. Тихо. Почему так темно? Ой, блядь. Где нахуй? Блядь, люди. Налево пойдешь, пизделей получше, направо пойдешь, пизделей получше. Я понял. Да. Вас предупредит. Там какая-то тень странная. Ну ладно. Кто нас предупредит? Идите в жопу. Валим отсюда. Да. Хуй, блять. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, я забыл, как там из угла-то выглядывать. Контрол? Кто здесь? Рипли. Внимание. Равновесие станции нарушено. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. Ёлки. Тут какой-то обрыв. Чёрт. Ага. И о том же. О, она. Как вы думаете, стоит туда идти? Нафиг. Тут все забаррикадировано. Так, ну уже мы поняли. Ага, все-таки она бегает, это хорошо. Ага, то есть, да, по-любому туда.
все. Я не пойму, почему на станции Севастополь то ли и по-японски, и по-английски все написано, но никоим образом не по-русски. Оу, машина. Что такое? Не, да ладно. Спасибо. По вентиляциям еще ползать. А бегать вентиляцией, смотри, а бегать вентиляцией нельзя. Ой. Да, подожди, ты хорош. Я понимаю. Пойдем туда. Пойдем туда. Интересно, обычно F5 же, да? Ни хрена не сохраняет игра. Замечательно. Так. Место, да? А здесь почему-то бил. Типа. Давай обратно залезем. А вылезать без Е, да? О. Тихо. Space Flight Control. Сейчас как. О, ни хрена. О! Давай. Зайдем. Что там? Севастолинк. Папка повреждена. Списание? Чего списание? Так. Ну, мальчики и девочки, наверняка, до вас уже дошли слухи насчет Севастополя. Теперь я могу подтвердить. Это официально, станцию решено демонтировать. Вас каждый из вас потом отдельно обсудим. Как это отразится на ваших контрактах, куда вас теперь назначат. А пока что нам надо поработать. Пиджаки хотят, чтобы мы управились с сокращенным составом, то есть сторонних подрядчиков будет всего ничего. Зато всем заплатить сверхурочно, я советую вам не упустить такой шанс. Еще имейте в виду, что вывод из руководства не означает забирать что хочешь, все имущество. Угу, я понял. Эй, как... А, папка повреждена. Ну ладно. Тогда выходим. Так, куда мы пойдем? Так, палец. Постоять. Тут все закрыто. Как мы сюда войдем? Что там было написано? Показалось. Подожди. Зачем мне хлам? Ух ты. Смотри-ка. Если я прорваюсь. Ой! Ёпанский бог! Ты чё, алё? Ты куда? Блин, а прыгать в игре нельзя. Кнопки такой нету. Ой, твою мать. Зараза. Подожди. Ну ладно. Эй. Люди, вы где? Что, мне через эту штуку идти, а? Что-то мне тут совсем не нравится, если честно. Что-то какая-то непонятность. Я не знаю, что здесь написано. Не. Так, туда не пройти. Тут, короче, два пути. Так, мизинец на контрол. Угу. Yeah.
есть. Смотри, что-то есть. Аккумуляторы, вещество Б, хлам. Взять. Чего взяли? Что-нибудь еще взять можно? Так, а вылезти от цели? Ну ладно. Я не знаю, что я собираю, но я надеюсь, нам это поможет. Я что так медленно идешь? Бежали. Так, ну ладно, что-то я взял. Хлам главное. Нахрен мне хлам. Теперь пойдем здесь. Так, повторяю, мизинец на контуре. Мовинг. Небось опять на Е. Вы слышали то, что я слышал я? Я слышал шаги. Ну ладно, как бы мне этого не хотелось. Воу. Но лезть приходится. Какие-то звуки странные. Тысячи хрен знает какой век, а тут кассетник. Ой, блядь. Твою мать. Гейт Б. Гейт А. И вверх. Эй, есть тут кто? Не, ну вас нахер. Есть тут кто? Блядь, куда бежать, если что? Вот это место. Восстановить подачу энергии. Там, походу. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я слышал что-то. Твою мать. Ой, сука. Что там нарисовано? Элвис Пресли? Это же мать его. Не, ну давай, ладно. Ладно. Откуда эта мразота вы... Эй, ты, сволочь. This life for... Чего? Карта обновляется автоматически, у терминалов к ней добавляются новые области. Таб. Просмотр карты, я понимаю. Давай глянем. Твою мать. Тихо. Фу. Что это? Какой-то там... Ну чё? И чё надо сделать? А-а-а, ладно. Чё за хуйня? Почему? Чё надо делать? А, надо несколько раз нажать. Чё, ещё что ли? Да ладно. Сейчас что-то произойдет, я знаю. Войти. Так, Лэнгли, заначку нашу не ищи. Я ее перепрятал, ты ее оставил прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне все это досталось. Я спрятал ее в одном из шкафчиков. Ты быстро найдешь код 0340. Не волнуйся, туда никто больше... Никто не ходит. После того, что случилось в терминале. Еще у нас... Кончились лекарства и воды совсем мало. Теперь у меня твоя очередь идти за припасом. Может, это научит
тебя вежливо относиться к добыче, Анна. Короче, надо вот этот код записать. 0340. Это надо запомнить. Так, что там дальше есть? Понятно. Эй, чудовище лесное, ты где? Так, палец на контрол. Я ебу, блядь. Что там будешь нажать? Эту херту не надо? Я уже вошел в терминал, ладно. А что такое? Сохранить игру? Да. Чего? Кого ждать? Сейчас, наверное, какая-то жопа случится. Куда идем? Испытачком. Большой-большой секрет. Какие-то, блядь, плакаты начала 20-х годов. Бляха-муха, стрёмная штука. И что, теперь здесь открыто, да? Да ладно, я что ли сейчас ее установил? Вы чё? Чё там было? Какая-то штука. Вести код 0340. Ой, что-то открылось, блядь. Тихо. Я думал. Тихо, чего печка? Где печка? Думаю, что чертеж использует стекло, чтобы собрать устройство. Какое, блядь, устройство? Да бери ты, блядь. Где там аптечка была написана? Алло. Взять. Блядь, где аптечка? Тихо. Что это было? Что это было? Да не открывайся ты, блядь. Ну что там? Аптечка 0. Что надо сделать? Какую кнопку мышь? Ну давай Enter нажмем, вот компот. С помощью аптечки можно частично восстановить уровень здоровья, и при мне необходимо действовать очень точно. Так что позаботься о том, чтобы у вас было достаточно времени на ее использование. Этанол. Аккумулятор, сенсор. Что это такое? Это у нас шприц. Ну. Enter, твою мать. Перемещение. Переместить курсор. Куда переместить-то, блядь? Куда? Кого переместить? Короче, ладно. Подожди. Ну, мы же не просто так сюда зашли. Не просто так что-то там пособирать. Так, если что, спрятаться. Эй, чувак. Может, где-то здесь? Зачем? Что там было? Взять шприц. Ой, блядь, подожди. Шприц. Давай. Обратно зайдем сейчас. Что там было? Ку. Что
шприц. Три штука. Enter. И чё? Ага. Здесь? Тихо. Подожди. Шприц. Шприц надо обязательно использовать. Только я уже забыл как. Давай шприц создадим. Как его там, блядь, создавать? Ты только сейчас нажал. А. Да ладно. А что такое? Клей? А ну спасибо. Так, буду еще разбираться и разбираться здесь. Так, R использовать. Чего использовать? Хер его знает. Ой, зря я это сделал. Мне не похорошело даже. Ой, давайте посидим, что ли. Блядь, куда идти? Хрен послышишь. Здесь у нас что? Здесь хоть что-нибудь работает? Подать энергию к двери. Блять, хуй. Каким, блядь, убором, сука? Ну, здесь, наверное. Давай еще раз. Так, что у нас там? Ты сорок, ты уже сделал. Ты скрипт, может, здесь? И тихо. Так, тут я был. Давай сюда еще раз зайдем. Может, мы что-то упустили. Здесь что-то сияет, моргает. Как, блять, объясни мне, сука. Неужели мне опять надо куда-то возвращаться? Ноутбук, что ли, лежит? Пойдемте вернемся, что делать. Эй, чудак, ты где? Давай попробуем слезть. Ой. Может, где-нибудь здесь энергию можно подать? Не догоняю. Давай ты быстрее. Вот там что-то моргает ведь. Ага. Да просто застревончик, ладно. Ой. Уперся, блядь. Чего? Че ты нажал, блядь? Бегом. Так, ну ладно, мы сюда еще вернемся, походу. Давай. Да вылезь ты. Оу, как че так темно-то? Блядь, да встань ты, мудил. Не надо. Блять, вы пиздец-то. Что-то уронил там. Ладно, походу вниз-то я зря спустился. Встань, блять.
Теперь осталось понять. Взять клей. Для чего нам клей? Хрен поймешь. Ну, по-моему, кто-то здесь не был. Давай, лезь быстрее. Эй, как козёбр. Ты где? Не выключи. Выключи, выключи. Куда идти? Этот ваш гнёб. Блядь, подумал, что-то ценное. Не, ну реально, может здесь что, не? Или здесь? Лампочки такие старые. Я ебью. Просто ебью. Сумка? Да ничего интересного. Я кажу, что такое, батискаф какой-то, а пол? Давайте залезем сюда еще разок. Что-то еще нажать-то, блядь. О! Твою мать, а подожди. Emergency. Да, блядь. Чего? Угу. О! Подожди, тут что-то заначек. Ну, ага. Хай, Стенда, это Уайт. Возвращайтесь, мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обеспечить. Не забудьте отчеты, чтобы придраться. Было не к чему. Когда все закончится, нас непременно спросят, конец связи. А как слушать? Слушать как, блядь? Харрис, Тарнер, это Уэйтс. Ага. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтоб придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Я понял. Харрис, Тарнер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтоб придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Да, я понял. Дальше. Так, восстановить подачу в зале отправления. Ой. Я подожду. Это все не просто так. Я туда не прыгну. Блять. Знаете? Добро пожаловать на станцию Севастополь. Ладно, давайте сохранимся. Осмотримся чуть-чуть. Да. Да иди ты нахуй. И давайте глянем, что там происходит. И сейчас и выйдем. Вышел. До свидания. Подожди. Так. Я слышал шаги. Я слышу тебя, мразь. Только где ты? Где ты, сука? Ой, бедище. Ой, бедище. Где он? Так.
Мизинец на контрол. Тут сверху. Он не может выйти, нет? Блядь, ты посмотри, сколько здесь терминалов теперь открылось. Блядь, ты напугал, не придурок. А, сюда зайти нельзя? А чё так? Ты чё, дебилы? Не. Я слышал шаги этого урода. Тут нам ничего не оставили на этот раз. Не, все позабирали, да? Ой, блядь, отпусти. А сюда я могу попасть? Ой, там что-то, смотри, какая-то штучка. Да все, берем, все, берем, все. А куда идти-то? Куда идти, блядь? Эй, чувачки. А, погоди-ка. А если я туда пойду? О! Мне кажется, на здесь надо присесть. Тихо. Встать. Аполло. И чем здесь ваши гребаные Аполло? Тихо. Ух ты, ёксель-моксель. А чё так? Да хренище-то всего. Севастополь. Ты видел? Что тут случилось? Ничего хорошего, я тебя уверен. Я тебя уверяю, ничего хорошего, надо где-то заныкаться. Ой, блядь, пошли нахуй тут, наверх. Где эта мразь? Что за это, по-моему, это кровь, это крест какой-то. О! Опа, вот это совсем плохо. Плохо, 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 плохо. О, да что за приблуда? Туда я не попаду, это я понял, ладно. Ага. Понятненько. Что ни хрена непонятненько так. Может, не выскочит откуда-нибудь, а? Дружок наш. Так, там закрыто.
Там тоже. Зачем такие страшные, сука, звуки? Что здесь? Тихо, тихо, тихо. Стыдобище ты ебаная. Дверь не работает. Так. Что, надо нагинаться? А, нет, не надо. О, что-то есть. Ну. Бах. Еще раз. И еще раз. И чего это было? Вот это я, наверное, зря сделал, да? Блять, что такое? Мне кажется, там кто-то есть. Если честно, у меня палец затек. Стабильные квартиры. Так, бежим. Бежим. Ой, блядь. Не-не-не-не-не-не-не. Беги, мудак. Кто там? Ёбан. Сука, кто там, блядь? Здесь. Эй, ты, блядь. Блядь. Это чё? Фаер? Жюлия Джонс. После многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов, и разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Да? Так. Этанол? Нахрен он мне нужен. Я хуй его знает. Этанол, сука. А кетчуп можно взять? Томато? Томато? Можно я кетчуп пожру? Хоть что-то пожрать. Что это такое? О, это мы обязательно сохраним. Давай посмотрим, что здесь есть. А что, прослушать нельзя, да? Ну, заебись. Ладно, зови, измени. Но на следующей неделе ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами. Теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо, не только у нас. Судя по всему, станция приносит одни убытки, и от нее решили избавиться. Продадут металлолом. Наверное, я разговаривал... Так, наверное. Я разговаривал с одним инженером. Он сказал, скоро объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополь можно ставить крест. Пытаешься в другом месте. Понятненько, ладно. Так, всем сотрудникам космопорта. Так, что такое Аполло? Всем сотрудникам. Всем сотрудникам космофлота. В целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появятся новости о возобновлении управления, мы сообщим распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Так, что такое Аполло? Что такое Аполло? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixon. Обслуживайте канал связи на станции, где бы вы ни находились. Вы в надежных руках. Сиксон вместе к светлому будущему.
Спасибо вам, блядь. Так, что тут еще есть? А тут есть сохраняшка, ёпси, блядь, это хорошо. Конечно, пошли. Да иди ты нахуй. Так, что тут еще есть? Карандаши, блядь, цветные. Что тут? Джонс, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов, и разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Вкусный. Так, что тут еще? Туда я пойти могу? Угу. А если я сяду? А, хуй там. Ладно. Так, что тут еще есть? Нихера. Да, I need help. Чего? Погодь, тут что-то есть. Канал какой-то, блядь. Так, а что такое? Ничего. О. Куда я пришел? О, прикинь. Забыл, как аэрохоккей, по-моему, называется. Прикольная игрушка. У меня на этом, как его звать-то? Забыл этот гаджет, как забыл, как эта херня называется. Севастопол. Welcome to the end of the line или life. Короче, как выйти на связь? Пес узнает. Блять, как. Мусор. Тут можно курить даже. Мусорка для курения. Ага. Хрен там. О. Дверь закрыта. Ну почему? Чего нужен? Ионный резак? Где, блядь, его возьму, блядь? Тут, мне кажется, пару букв не хватает. Фук. Ионный резак. Где я его возьму? Где? Надеюсь, если я сюда выйду, мне как бы здание настанет. Я отсюда пришел. Так, что-то я тут сейчас по этой части, это я не ходил, да? Где этот ваш гребаный ионный резак? Резак, ты где? Резак, ты где? Ага. Понятно. А где ты, гребаный резак, а? Севастопол. Боже мой, Севастопол. Не, ну не говорит, что надо возвращаться назад. Так. Подожди. Подожди. Ку. Аптечка. Фаер. Нихрена.
Или мне из хлама его создавать нужно? Ну-ка. Фая. Аптечка. Взрыватель. Аккумулятор, этанол, вещество Б, клей, хлам. Опа, погодь-ка. Сенсор. Да нет, ну-ка. А что будет, если я создам? Ага. Там, ну, блядь, вещество Б, клей. Короче, понятно. Значит, его искать надо. Или создавать. Да надо потихоньку его уже заканчивать, конечно. Ладно. Давайте-ка здесь закончим. Это был Alien Isolation. Мы посмотрели, игра вроде прикольная, это что такое? Ну все, давайте здесь закончим. С вами был GBC. Всем спасибо. И всем пока.